Вот этот правий прямой. І добре, що лівий потім такий коротенький встав Володимир. Це дуже-дуже вчасно він зробив. Казалось бы, левая рука была на месте у Джошуа, но нашел дыру в защите украинец. Мощнейший правый прямой на догонку левый. И эта машина, гора мышц на канвасе. Как приятно на это смотреть.